нас прям промозглая осень началась, всего 9 градусов, дожди шли больше суток. Вон, видишь, какие бортики сейчас уже закрывает вода, вон там все залило. Ну, очередной раз, как всегда, после дождей. Холодно, неприятно, промозгло. Часа прошло, смотри, как вода прибывает. Вот предыдущее видео, бортики еще были, камни еще не все закрыло. А все уже. И вот переливается уже вода. Вот еще 10 минут прошло, уже переливается. О, прям на глазах, хоть жуть. А тут вот, тут. Вот так. И камни уже почти все скрылись. Вот еще несколько минут прошло. Вон уже какая стремнина появилась. А камни уже ушли почти все под воду. Вот еще несколько минут. Вот теперь какая картина. Еще больше. И тут уже ничего не осталось, никаких камней. Ну что, а вот и час прошел уже после последних событий. Вот уже где вода. Уже подбирается к берегу. Вот здесь, к краю. Про камни я вообще молчу. А вот и уровень под мостом. Ну что, это вид сверху. На мостике забралась.